Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала 5-го кандидата на должность главы республики. Им стал председатель республиканского отделения партии пенсионеров Валерий Сапожников. Члены рабочей комиссии ЦИК рассмотрели документы Валерия Сапожникова. Кандидат предоставил 291 подпись муниципальных депутатов и избранных глав. Рабочая группа не нашла нарушений. Валерий Васильевич Сапожников получил удостоверение кандидата на должность главы Чувашии за номером 5. Я хотел бы одновременно поблагодарить всех тех самых депутатов органов местного самоуправления, которые нотариально поставили свои подписи в поддержку кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации. Всем вам действительно большое спасибо, потому что ваша поддержка, ваша помощь для нас — это действительно большой такой моральный, политический, общественный стимул. Хотелось показать, что пенсионеры – это большая сила. И социальная, и политическая. И партия пенсионеров впервые о себе вот сегодня говорит вслух. Таким образом, список кандидатов на должность главы Чувашии состоит из 5 человек. Это Михаил Игнатьев, Валентин Шурчанов, Олег Николаев, Константин Субботин и Валерий Сапожников. Остальным 7 отказано в регистрации из-за того, что они не предоставили все необходимые документы.